Привет, друзья! Я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Всем привет, мои внучатки, чертятки, котятки, поросятки. С вами я, бабушка Грэнни. Внучата, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и также откройте комментарий и напишите, ну что, к школе готовы или не готовы? Мне кажется, что половина из вас еще вообще в шоке и не готовы, что уже через сколько там, через 10 дней уже в школу вообще идти. Поэтому напишите уже, может, собрались, уже форму купили, тетрадки купили, ручки купили, там, короче, ботиночки купили, юбки купили, штаны купили. Баб, короче, все пишите, вот. Чё ты надоедаешь? Я не надоедаю вообще-то, а я спрашиваю, они готовы, может, им помочь надо, понимаешь? Чем ты можешь им помочь? Ну, я не знаю, советом, например. Да каким ты советом? Ты же двоечница была. Ну, вообще-то, чтобы, ну, я не знаю, там, это, ну, как учиться в школе. Ага, да. Да, конечно. Как ты училась, ты никому не посоветуешь. Как я училась? Как ты не учился вообще-то? Давай, поэтому ты мне тут рот, ты вообще Бабка, не Бабка, ты вообще где? Короче, иди сюда, на два двора, у меня к тебе разговор есть. Какой разговор? Разговор разговорный, давай иди. Чё, слушай. Сказала. Короче, слушай сюда. В общем, дед, Ластошу упадет. В лямки свои. Короче, слушай сюда. Короче, знаешь что, дед? Я тут подумала, почему в жизни такая несправедливость? Какая несправедливость? Хватит ходить уже, ты у меня перед глазами мельтешишь. Я думаю. Ладно, какая несправедливость? Ну какая несправедливость-то? Так вот, почему мы тебе... Успела. Почему мы тебе строили дом в голове, а мне ну, не построили? Построили, я его перенес короче, в свое укромное да местечко. Да я перенес, я знаю. Короче, слушай сюда. В общем, у меня есть план капкан. И ты мне какой? Должен помочь. И тебе не расскажу. В смысле? Пока ты мне не поможешь. А в потом чем я помочь? Тебе скажу. Построй мне такой же дом, только в моей головушке. Ёкарный баба и бабка, у тебя голова с дырой, как я тебе могу построить? Тебя... Хочешь, я тебе сейчас возьму твою голову и там дыру сделаю? Бабка, ну давай строить, ладно. Давай, все. Так, а ты знаешь, как я выгляжу? Нет. А ты что, не у меня видишь? У меня ты выглядишь, не вижу. Ты что, слепошарый? Да, начинай, иди, значит, я тебе помогу. Вот там, иди, значит, вот слетай туда и скажешь, как я выгляжу. Так. Короче. А можно я оттуда твою голову сюда? Красная. Давай, так, еще красненького. Можно? Иди, я тебе сказала, хоть уже что-нибудь делай. Так. Хорошо. Смотрите, вот бабушка, видите, какая красавица, да. Только почему-то у бабушки над красными глазами еще какие-то красные глаза. Ну ладно. Кстати, можно будет по подобию сделать. А что, мне кажется, это будет очень даже... В смысле по подобию-то как? Только у меня почему-то нос еще желтый. Ну ладно, короче. Так, подождите. Нет, я не хочу. Так, подождите. Как она называется? Глина. Глину возьмем. Так, я даже не знаю, вот такую вот или вот такую вот. Короче, ну-ка. Не, ну чё-то, вот такую темную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. Это, так сказать, будет макет моей головы. Так, это убираем. Макет? Так, макет. Так, смотрите, пакет сейчас будет уже там. Так, значит, вот здесь два. Там дальше, видите, посмотрите на меня. Там начинается рот, там почему-то стоят зубы. Но почему-то зубы какие-то красные, и они... Ты чё, совсем? О, баб, глянь! Ты чё, заболел? Я тебе твою голову припёр! Ты нафига мне её припёр? Я сама могу построить! Убирай это чудовище! Так это ж ты! Так, ты сейчас у меня точно получишь. Если ну там ладно. Моя статуя пострадала, я тебе говорю, всё, тебе кранты. О, баб! Во! Да что тебе надо? Я тебе ее сюда припёр. Все, иди отсюда, я с тобой больше не разговариваю. Все. Почему? Все, на этом наш разговор с тобой заканчивается. Да почему? Ну, вы понимаете, он издевается над бабушкой, да? Он не хочет мне помогать. Не хочет и все. Вот ты хоть и вот ты тресни. Значит, я ему помогала, баб. А он мне помогать не хочет. Делать только какую-то чушь. Давай, бабка, работаем. Что ты делаешь? Вот и работай, давай, я не вижу, что ты работаешь. Так ты сама сказала, неси статую, я тебе принес. Так, короче, смотрите, глаза. Почему-то у меня глаза красные, а там какие, может, а может правда сделать красные? Почему 5, 6, 7, 8. Почему я не могу сделать красные глаза? Оба, кто-то от тебя останки ну-ка. Вывалились. Ну-ка, если я сделаю вот такие... Баб, кто-то останки упали. Ёперный огород, это я что такое сделала? Вот. Так, допустим, если о, это боже глаза... Боже мой, что это за гусеница? Ну так ты посмотри, вообще-то у меня красные глаза, внучата. Так они у тебя не выпученные же. Ну, они мне не выпущены, но можно, в принципе, и спрятать их.
Ну. Так. Ну. Нет, знаешь, даже я бы сделала вот так. А три волосины твои тоже будем делать? Будем делать все волосины. А, не, ну что-то так не получится. Значит, придется вот так делать. Так. И так. Все-таки вот так. Ага. Здесь, значит, закроем. Так. Глаза есть. Теперь нос. Нос почему-то у меня непонятный. Не вырос. Это у меня странный нос. Ладно. Не нарос. Сейчас не подрос. Сделаем... Не перерос. Сейчас мы сделаем зубы. Так. Возьмем так. Зубы кривозубы. Еще слово, я тебе выбью твои последние зубы. Так. Ладно, про зубы не будем говорить. Вот именно, а тут на твое больное? Так, ты что? Ты мне волосы будешь делать сегодня или нет в твоей жизни? Я тебе левую боковину делаю, успокойся. Так, смотрите, так. Слушайте, ну так вот, а вот нос бы какой бы сделать бы? Ну почему-то вот дед. Такой. Почему-то дед. Какой кра... Так, ну все. Пиноккио будешь. Буратино! Наваляю я тебе, говорю, я тебе сейчас наваляю. А ты не ломай свою статую. Да ты меня уже достал! Так, ага. Какой нос делаем? Ну, Чак, надо нос какой-нибудь красивый. Так. Может, выше нос. Без выше носа? Нос. Может, белый? А бабка без ну, носа. Ну, некрасиво, так мне не нравится. А бабка без носа. Вот так. Ой, без носа. И что это такое? Что это такое вообще? Это разве похоже лысая на нос? Бабка. И нет. Так. Показать короче, тебе, как делаем, там было. Короче, делаем волосы. А показать делаем тебе, волосы, как там было? В той статуе. Показать, да покажи уже хоть что-нибудь в этой жизни. Ну, ты сама говоришь. Сейчас, смотрите, вот так вот делаем. Так. Это волосы. Они, значит, вот так там было. Так. По всему периметру. Так, сюда. Короче, они у меня растут вообще в разные стороны, да. И уж извините, конечно. Да, но растут они у меня вообще в разные стороны. Еще иногда и вьются. Так, все. Ты видела там? Да сейчас, подожди. Так, ну-ка. И чё? Чё поменялось в этой жизни? Расскажи. Ну вот тут, вот так тут, я ж тебе поставил. Господи. И чё? Нос картошкой, всё наружу, и глаза тоже выпученные. Ну? Ну, и чё? Чё изменилось? Я то же самое там сделала. А я не знаю. Ну так а зачем ты мне это делаешь? Всё, давай, короче, не неси ерунду, давай уже делай. Так. Волосы. А чё делать-то? Ты мне пол там поменял? Волосы не доделал? Да. Так, мои шелковистые пряди. Да. Шелкопряди. Так. Да, ну все, дед. Ты меня уже просто достал. Все, иди отсюда, я с тобой вообще разговаривать не хочу. Ладно, бабка, я пошел. Иди, вали уже отсюда. Лучше сама достала, лучше вообще тебя вообще не простила бы. Хорошо. Иди, давай. Так, ну что, пока. Может, вот так вот сделать? Вот так. Вот, смотрите. Вот, бабушка, слушайте, похоже, я сейчас только с этой стороны надо волос добавить. А то этот дед вечно... Я там вот ему все делал, а он вообще ничего не хочет делать. А я тебе и так помог, я тебе столько помог. Фигнёй, только страдать умеет. Вот, смотрите. Ну, красотка, ну вот это красотка. Короче, внучата, знаете что? Он ушел, вроде не послушает. Короче, внучата, я тут кое-что придумала. Что сделать мне в этом доме? Как вы думаете, вот я хочу вас проверить, вы догадаетесь или нет, что у меня будет в этом доме? Только не пишите, что это будет зельеварка. Это не будет зельеварка. У бабушки такой план. Короче, открывайте комментарии и пишите, как вы думаете, что будет в голове бабки. Все, а я почитаю, и, короче, кто это правильно угадал, того в видео вставлю. Договорились? А так, внучата, вы обязательно сейчас должны поставить лайк, обязательно подписаться на канал, ну и, конечно же, написать в комментариях, что это будет. А бабушка с вами прощается. Всем удачи, всем пока.